Всем привет, с вами Герман, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру под названием Mad Out 2 Big Open City Online. Итак, в общем-то, остановились мы на том, что я в прошлой серии не мог задавить 20 путан на УАЗе. Но я, в общем-то, это все прошел, поэтому у нас теперь новая миссия. Вот, не менее увлекающая. Ой, я даже вижу уже финиш, это хорошо, это мне нравится. Вот, и я надеюсь, что у нас с первого раза удастся пройти этот парк. Блять, это сложно. Слушай, это сложно. Она не хочет ехать. О, все заезжает. Так, тут аккуратно. Аккуратно, я сказал. Блин. Почему так все сложно, ребята? Вы мне скажите, пожалуйста, в этой игре. Я даже не представляю, какие будут финальные миссии, если сейчас уже у меня сложности возникают при прохождении. Но она не тормозит там. Просто не тормозит. Оу, машинка-то уже у нас дымится. Слушайте, нужно аккуратнее. Так, вот тут перепрыгиваем и сразу выруливаем. Все, чекпоинт прошел. Чекпоинт прошел, все хорошо. Так, тут ускорься. Ну, надо же, а. Ну, прямо вот там, где мне... Давай, газ в пол. Там уже аптечка. Все, аптечка есть, чекпоинт есть. Можно переспавниться. Ну, правда, не так хорошо, как я хотел бы заспавниться, но да ладно. Так. Ноль кадров, что же такое-то? Так, я каждые 10 секунд буду чекать наличие записи, потому что вы знаете, что это за игра, то что она очень сильно конфликтует. Так, тихо, у меня, кстати, уже водитель на улице сидит, у меня уже практически кабриолет какой-то, а не машина. Вот, но это все фигня. Нам бы, знаете что, нам бы здоровье какого-нибудь. Так, ждем, когда кубик. Давай, пожалуйста, выезжай. Так, отлично, еще одна точка. Сохрани. А там как дальше мне? Подожди. Так, респаун. Я что-то не понимаю, что мне просто прыгнуть? Я же не запрыгну. Чего? Стой, подожди. Я вот, ну, допустим, я спускаюсь. А как мне подняться? Стой, это что-то непонятное, слушайте. Я не могу забраться на ту контрольную точку, это физически. А, все, типа я забрался на контрольную точку. Что-то вот здесь не проработали, ребята. И я еще на пузе сижу на машине. Так, подожди, вперед не едет. Так, назад. А если вот так вот. Так, давай. Ну я все, нажимаю газ. Ну-ка, нитро, давай. Она не хочет вообще ехать. Я не знаю, с чем это связано. Вот, я нитро прожимаю, ничего не происходит. Так, подожди. И как мне отсюда вырулить? И что это за фигня? И что это за точка спауна такая? О, давай. Давай, скользи. И что мне делать? Так, назад она не едет вообще, то есть мертвая. Если я прожимаю нитро и вперед, давай! Опа! Ну почти, только на колеса, пожалуйста. О! Все, я чувствую, мне очень сильно сейчас повезло. Так, едем дальше. Какая-то непроработанная на самом деле карта. Мне она не особо вот этим нравится, что какие-то непонятные здесь чекпоинты. Так, давай на колеса только. Только на колеса. Все, спасибо. И кажется, мне уже все, уже скоро финиш. Давай, главное, чтобы машина не загорелась. Вот, потому что это в этой игре все возможно. И так, это уже финишная прямая, блядь. Так, ладно. Это все фигня, это мы знаем, что даже если ты упал с трассы, все равно можно доехать до чекпоинта и, собственно говоря, спокойно финишировать. Знаете, что я хочу? Я очень сильно хочу гонку. Я не знаю, какие у нас... О, гонка, да? Блин, это гонка на время. Но это не так интересно, зато смотрите, мы на крузаке. Ля какой. Тут и крузак, оказывается, есть. Тут вообще дофига всяких разных машин. Я сколько раз вам говорил, что я хочу в онлайн попасть. Ну, что-то как-то, честно говоря, руки не доходят. Я хочу, как я уже вам говорил, пройти, типа, вот эти миссии, накопить денег, вот, чтобы у меня была какая-то сумма, купить автомобиль, ну, на который хватит, вот, протюнинговать его, и тогда уже идти в онлайн, потому что я видел, там реально много людей тусуется, там что-то все катаются, стреляются друг с другом, ну, как, типа, этот, фановые сервера в Сампе, там, в МТА, типа, просто люди на тачках катаются, там, веселятся как могут, вот, я хочу туда попасть, но все не доходит руки. Окей, благо, знаете, что у меня машина еще более-менее заспавнилась. Да, это как бы внедорожник, но он довольно мощный, и я хотя бы успеваю доехать до чекпоинта, и тем более мы едем
с вами, слава богу, по городу. Слава богу, по городу, потому что, блин, нет никаких кочек. Да, немного, конечно, не по дороге иногда приходится ехать, но в целом трасса-то нормальная, ничего страшного нет в прохождении этой фигни. Вот. И машины мало спавнятся, я вот что заметил. Очень мало спавнится машин во время миссий. И это радует. Вот, первая машина только, Нива. У них, ну, скорее всего, также есть точки спавна, как в GTA Криминальной России. То есть они появляются там каждый раз на определенном месте. И, типа, ну, тут довольно все примитивно сделано. Вот, ну, и слава богу. Вот видите, еще какая-то Нива. Разнообразием что-то как-то не пахнет, я вам хочу сказать. Но я, тем не менее, финишировал и прямо в дом. 5000 мне за это заплатили. Ребята, все хорошо. Запись идет. Гонка. Интересно, гонка будет с оружием или нет? Так, у меня мустанг. Меня только что все, кто мог, обогнали. Но это ненадолго. Сейчас до первого поворота. Так, полиция, вы не хотите отреагировать на то, что тут стритрейсеры какие-то гоняют? Оу. Что, мне стрелять уже? Нет? Мне сразу же дали все оружие. Ну, пофиг, давайте стрелять. Только как-то нифига не получается. Так, нужно... Это кабан у нас получается или что? Нужно его как-то обогнать? И, блядь, он не обгоняется, слушай. И мину прям под него подставить. Ну-ка, опа, блин, не получилось. Сейчас, подожди, еще, о-о-о-о, я, кажется, я сейчас вылечу. Так, мину, давай. Блядь, тихо. А это сложная гонка, слушайте, я даже, так, вне гонки. Какое вне гонки? Я на гонке, нет, ну, пожалуйста. Ну, только на колю. Блин, я столько времени потерял из-за этого. Давай, нагоняй. Нагоняй, пожалуйста. Давай. Мустанг. Ты же не самая хорошая, ну, не самая хуевая машина, блядь. Самая, типа, бесполезная машина, которая здесь... О-о-о-о-о-о-о-о-о. Тихо. Нет, не выходи из машины. Дура-то. Кнопки еще путаю. А это сложно. 5 секунд до конца гонки. Не, я тут. Я еду. Ой. А за что меня полиция? За стритрейсинг или что? Так, давай. Ракета. Что-то какие-то ракеты не особо эффективные. Но я нагнал своих соперников. Вот, что-то какой-то кабан заряженный. Смотрите, он, типа, вообще не отстает. И как бы... Тихо. Нужно предупреждать о поворотах заранее. Я же не могу так отреагировать быстро. Я же не знаю, что это за гонка вообще такая, что мне предстоит. Так, мне, видимо, нужно срочно подобрать ХП, потому что если его не подберу, я, возможно, даже загорюсь. Но мне это не хочется делать. Вот я вижу уже мой соперник, кстати, дымится, и дымится так, знаете, неплохо. О, он врезался, все, минус, я еду первым. Я же первым еду? Да, еду первым. Вот, чувак, только первый круг проезжает. Ну, до свидания, давай, удачи тебе завершить гонку, а я поехал. О, заносит как... Я не понимаю, почему мустанг? Я же должен был... Оу, по-моему, в меня попали ракетой. Но это не точно. Что-то как-то... Не пойми, что произошло. Но я на ходу. Я предлагаю сейчас взять ХПшку. ХПшку взять? Давай. Опа, все. Но все равно у меня машина почему-то начинает дымиться. Даже несмотря на то, что я взял ХП. Вот, она выглядит, ну, не особо... Не особо круто. Так, тормози. Кнопки маленькие, блин. Мои... Толстые пальцы просто не попадают по экрану. Как так-то? Давайте мину какую-нибудь поставим, еще мину. И вообще, нафиг мне нужны мины в этой игре. А я, кстати, помню, была игра Mad Out. Ну, это типа вторая часть, а была первая часть. Она посвящена была чисто гонкам. Вот, и я даже, блин, опять не попад... Миссия завершена. Фух, я уж думал, я что-то не то нажал. Слава богу, что миссия завершена, и у меня все шикарно. Так, что это за машина? Ля, какая машина? А, это что-то типа, я не знаю даже, что это такое, что-то типа японское, что ли. Ладно, неважно. Поехали, просто на фарт. Дойду до чекпоинта. Блин, ну как так-то, прям чуть-чуть. Все, смял. Давай, еще раз на фарт. Пролечу, не пролечу. Давай, возьми чекпоинт, пожалуйста. Я взял чекпоинт, подожди. Фух, я взял, да? Все нормально. Еще один чекпоинт. Так, переспавнимся. Машина уже очень сильно дымится. Но я смогу, я смогу. Там уже ХП рядом. Давай. Нет, не задави меня. Так. Оу. Так. Давай. Просто быстро. ХП. Все, ХП есть. Это самое главное. С остальным можно повременить. ХП есть, я, по крайней мере, не горю. Так, проезжаем тут.
Тут тормозим. Не вращается, да? Здоровье-то не вращается. Я думал, оно будет вращаться вместе с... Блин. О, подожди. Где? Не понимаю, что происходит. Как это проехать? Я хочу и ХП взять, и... Так. Тихо. Да, меня немного переживало. Но я застрял. Тихо. Все, едем. Газ в пол. Так, тут... как так-то? Как я должен вообще подгадать момент? Так, поднимается. Вот это... Блин, эта фигня меня сбила. Ладно. Вот тут вот встаем. Тут нормально, типа... Типа ничего страшного. Давай. Нет. Рано. Сейчас таз задавит. Давай. Пожалуйста, газ. Давай. Живи, машинка. Нет. Мне явно не получится это пройти сейчас. Давай заново. Что это у нас? Шевроле Корвет. Давай, Корвет. Я в тебя верю. Тут мы будем поступать более... Блин, она не тянет в горку. Надо с разгона еще так подгадать, чтобы... Давай, поехали. О, нормально, слушай, Корвет пережил. Я думал, что будет намного хуже, но мне везет. Давай, так же не получится. А что если просто с разгончика опять на фарт? Ну, такое себе, честно говоря. Такое себе, блядь, потно что-то. Что-то потно, сложные какие-то задания у меня, я не понимаю. Тихо, тормози, давай назад. Так, тут, по-моему, все нормально. Сейчас мне нужно вот это перепрыгнуть. Давай, поехал, не останавливайся. В прошлый раз мне больше везло, когда я просто газ в пол нажал и вот так вот эти штуки просто перепрыгнул. Мне засчитали чекпоинт, но эта машина, видимо, на это не способна. Она не такая крутая. Вот, и нужно, наверное, ждать переспавна машины. Хотя, подожди. Давай. Ну, нет. Видите, она не тянет. Она не может так быстро ехать, как та. Поэтому нам ничего не остается, как просто взорваться и подождать спавна более подходящего автомобиля. О, вот на этой машинке... О, да, слушай, она резвая. Она прям вообще значительно лучше. Она реально лучше. Но что-то я как-то чекпоинт просто пролетел. Давай, еще раз. Давай, пожалуйста, как-нибудь за день. Нет, не получится. Все-таки это, наверное, раз в жизни получается, как у меня тогда получилось. Хотя нет. Смотрите, как все круто вышло. Давай, поехали. Тут подбираем. Еще один чекпоинт. Так, тут тоже легко взять чекпоинт. Главное подгадать момент. Давай, все, подгадал момент. Долетел. Тихо. Нет, не выходи из машины. Ну можно же, да, и выходить из машины. Я просто забыл. Едем. Нет, не едем. Едем, да? Едем? Да, едем. Нет, не едем. Блять. Сейчас. Едем. Нет, не едем. Едем. Так. Оу. Я загорелся. Так, сейчас у меня только один шанс. Один шанс на миллион. Проехать тут, но... Ай, что это такое? Что-то это вообще не похоже на нормальную машину, но это вроде как джип, и вполне возможно, что я сейчас на нем вот эти вот тарелки, я не знаю, как их по-другому назвать, сейчас спокойно проеду, но давай, ну... Блин, ну что ж такое-то? Игра, что ты делаешь со мной? Давай, пролетел одну, вторую пролетел, давай, в пол, газ в пол! Все, отлично, давай, все, есть! Чекпоинт схватили. Едем дальше. Не, не сейчас прям едем. Подгадаем момент. Так, все, подгадали, едем, летим. Все, давай. Опа. Респаун, быстро. В пол. Блин, как она быстро вращается. О, женщина, у меня женщина вылетела. Непонятно куда. Так, еще раз. Так, тут сейчас он вот то. Их две. Все, ясно, понятно. Вот, наверное, вот сейчас нужно ехать. Да. Как так-то? А если по кругу вот так пройти, где... Я уже дымлюсь. О, я горю. У меня выбора нет, надо ехать, все. Сейчас если... Ну, я не успел, ребята. Последний раз пробую, опять та же машина, опять по фарту. Пролетим, не пролетим, раз пролетели, вторую, ну, почти... О, повезло, но чекпоинт я не схватил. Повезло, конечно, но чекпоинта у меня нет.
Давай. Я верю в тебя, я верю в тебя. Давай, машинка, ты же классная. Давай, 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 давай. Главное схватить чекпоинт. Все. Одной проблемы меньше. Дальше вот тут вот. Главное схватить чекпоинт. Остальное фигня. Так, мы уже горим. И причем конкретно горим. Давай, давай, давай. Поехал, 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 поехал. Давай, крути. Не, куда ты вышла? Куда ты, блядь, дура, нахуй? Так, так, подождите. Мне сейчас очень сильно повезло, походу. Блин, там такие еще испытания дальше меня ждут. Я просто в шоке. Давай, садись. Так, главное вырулить. Хотя зачем мне выруливать? Я же чекпоинт схватил. Поехали. Поехали. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Главное, не переживай. Мы проедем везде. Просто везде. Так, тут мы чекпоинт не взяли, да? Мы его взять не сможем, к сожалению. Ну да ладно. Там главное, что здоровье нам дают. Давай, давай. Здоровье. Ну хотя бы возьми здоровье. Так, стой. Вот тут. Вот так, так. Давай, 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 давай. Ну что же ты какая медлительная, а? Так, здоровье взяли. Нужно... Тут без нитро не проходи. Ну, нельзя пройти некоторые моменты, походу. Так, поехали. Нитро, нитро. Есть, есть, все. Так, тут заедем. Давай с нитро. Слушай, а тут как заезжать? Ну, допустим, я на какой-то такой фиговой машине. Я же тут... У нее мощности тупо не хватит заехать. Так, вот это опасно, вот это уже очень опасно. Поехали, 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 поехали. Отлично, отлично. Вроде как у меня даже получается, пока что, блядь, сглазил. Пока что получается. Так, тут просто завернуть, тут ничего сложного, торопиться не надо. Просто завернул, все, завернул, отлично. Вот, куда торопиться? Нам некуда торопиться, мы тут. Так, теперь нужно проехать три вот этих штучки. Раз. Ну или, может быть, не три, я просто... Мне кажется, что их тут три, а их тут четыре. Тихо. Давай, давай, давай! Есть, есть. Нет, не успел. Успею, сейчас, сейчас успею, сейчас успею. Вон, я уже финиш вижу. Блин, я уже финиш видел. Как так-то? Раз. Так. Главное не запороться, потому что если у меня сейчас взорвется машина... то это будет мега фейл. Так, все, 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 все. Все, все, финиш. Финишная при... Да можно даже выйти. А, нет. Даже выходить не пришлось. Я финишировал? Фух, ребята, это было потно, на самом деле. Это было сложно, я вам хочу сказать. И вот как раз у нас рекламная пауза. Вот, а на этом мы с вами тогда сегодня завершаем. Я надеюсь, что... вам понравилась эта серия. Вот, какая-то даже интересная миссия нас ждет, я так смотрю. Дальше что-то... Ну-ка, давайте посмотрим просто, что нам тут напишут. Вам городок, на личной яхте приплыл заморский шпион. Езжай с третьего, а после устрою радужный прием. Но езжай крайне осторожно, тачка набита взрывчаткой. А, ну понял, ясно. Ну, тогда мы продолжим с этого момента. За просмотр ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.